Ювентус Лечче. Друзья мои, сегодня две команды итальянских клубов встречаются в рамках чемпионата Италии серии А. Ювентус дома принимает Лечче. Прежде чем я начну, прежде чем скажу свое мнение на этот матчик, всем обязательно советую нажать вот эту красную кнопочку для того, чтобы подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои прогнозики, друзья мои. Всем также советую обязательно подписаться на мой телеграм-канал. Посмотрите, зайдите с утра уже, какая статистика прогнозов, сколько побед уже мы забрали в тот день, даже вот как сегодня, как вчера, когда нету игр, обилия игр нету, но мы все равно умудряемся зарабатывать. Да, не без минусов, ну а что тут греха таить, это ставки, это спорт, это всегда риск. Но самое главное и важное, это то, что мы всегда в плюсе по результатам итогов нашей основной работы. Друзья мои, ну и ставлю, конечно, всегда с нашими друзьями, с нашими партнерами БК Малбет, российский официальный, который при регистрации всем новым пользователям дарит на ваш первый бонусный депозит до 25 тысяч рублей фрибета по промокоду бонус твой. Обязательно его нужно ввести. Ссылочки и на телеграм, и на Малбет найдете и в описании под этим видео, и в закрепленном комментарии. Ну что касается игры, друзья мои, Ювентус Лечче, долго я тут не думал, судя по тому, что сейчас творят фавориты и что творят также аутсайдеры в крайних играх, в последних, как они сливают матчи, как аутсайдерам дают выходить вперед. В этой игре я хочу основной своей ставкой заиграть тотал. Тотал, но только индивидуальный тотал, то есть 0,5 больше от Лечче я жду гол. Хотя бы одного гола будет достаточно для того, чтобы именно от Лечче гол, чтобы сыграл у нас коэффициентик 1,71. Вот, ну, судя даже по очным встречам, начиная с 2012 года, Лечче неоднократно хотя бы один раз забивал в ворота Ювентуса, да и в этом году тоже, хоть он и проиграл в 2023, но он все-таки забил Ювентусу свой гол престижа. Так что болеем за красивый итальянский футбол, друзья мои. Не забываем про телеграм-канал. Ну и оставайтесь с нами, включайте уведомления, закрепляйте наш канал. Всем удачи!